Я придумал, думал, думал, я выдумал твои волосы светло-русые и назвал тебя любимой, любимая Белоруссия. Друзья, всем привет! Добро пожаловать в Минск! Лето решило не сдавать свои позиции, и поэтому сейчас в Минске стоит отличная жаркая погода. Поэтому я решила не пропускать эти последние деньки уходящего лета и сделать небольшое видео. События будут в нем разноплановыми. Мы зайдем в магазин «Додому», который торгует товарами для быта исключительно белорусского производства. Заглянем в ресторанчик «Литвины» скромненько, покушаем десертика. Посмотрим, как танцуют джаз на джазовых площадках Минска. Послушаем концерт у ратуши. В общем, насыщенно и интересно проведем эти дни уходящего лета. Добро пожаловать в новое видео. Друзья, я нахожусь у торгового центра столицы и предлагаю вам со мной зайти в магазин «Додому». Это сеть магазинов товаров для дома от белорусских производителей. Некая такая альтернатива IKEA. Мне эти магазины еще нравятся тем, что в них представлены товары из натуральных материалов и всегда отменного качества. Чай-конструктор от «Настаиваю». Это отборный премиальный чай, натуральные фрукты, ягоды и ароматные травы для создания уникальных рецептов на любой вкус. Вот, значит, несколько этих баночек, и сам составляешь чай. Это лемонграсс, вот это липа, там жасмин. А тут просто микс. А тут еще вот делать самим настойки. То есть дополнительно покупаешь водку и заливаешь, а тут уже готовые добавки. Вот, например, бренди делаешь. Тут есть изюм и клюква, да? Самбука на бадьяне и корице. Спотыкач на черной сливе и кураге. Такая вот коллекция. Посмотрите, как красиво представлено постельное белье. Домашний текстиль. Аромасвечи оригинально сделаны. А вообще тут стильные фужеры радуют глаз. И, конечно же, керамика. Это моя любовь. Вообще-то я зашла в этот магазин, чтобы присмотреться к разделочным доскам, так как хочу поменять свои пластмассовые досточки на досточки из дерева. Но цены, конечно, тут не маленькие, но качество отличное. Надо подумать будет. Вышли мы из торгового центра, и перед нами известный красный костёл. Однако посмотрите, перед ним высажен специальный сорт низкорослых подсолнухов. Вы часто не знаете, откуда и почему пошла эта традиция высаживать здесь подсолнухи. Кстати, я их часто вижу на открытках, репродукциях, посвященных Красному костелу. Раз мы оказались на площади Независимости, то давайте зайдем, перекусим в ресторан белорусской кухни «Литвины». Кстати, он расположился здесь недалеко. Заворачиваем за Красный костел, проходим метров 100. И вот вам на углу ресторан белорусской кухни «Литвины». Мне принесли меню, и тут такое разнообразие блюд белорусской национальной кухни, что я решила пообедать. Подчастунки старого рыбака. Это все из рыбы, так. Филе судака, так, в общем, тут все из рыбы. Говяжьи щечки, это мясные. Официант сказал мне, что блюдо национальной кухни надо ждать минут 20-25. А если просто пообедать, то обслужат в течение 5 минут. Вы уже заказали? Да. Но кажется, здесь вообще не подают. Ну сколько можно ждать? Бегу. Ну вот, видите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь просто выдерживают марку. По старым традициям
классных ресторанах не принято было спешить. Я решила не ждать и согласилась на простой обед. Все просто и без претензий. Взяла рыбные котлетки, на гарнир картошечка, бурачок, овощи, морсик. В общем, все просто и без затей. Зато быстро, вкусно и сытно. Обычно такие места я не показываю, но посмотрите, какой интересный дизайн рукомойников установлен в этом ресторане. В общем, мне ресторан понравился. Уютное, вкусное место с хорошим обслуживанием. Хорошо отобедав, мы выдвигаемся в центр города. И посмотрите, перед нами какая шикарная архитектура. Это Минский главпочтамт, а выглядит как дворец. Фасад его можно рассматривать часами. Кстати, он является бесценным памятником архитектуры в стиле сталинского ампира. А как известно, сталинский ампир основывается на древнеримской архитектурных формах. Я вставлю вам фотографии, и вы сравните, как Минский дворец, главпочтамт, похож на фонтан Треви в Риме. Что скажете? Похож, не правда ли? Просто мощь и красота. А мы идем дальше, и на пути у нас католический костел Девы Марии. Это действующий костел. Мессы здесь проходят на белорусском и польском языках. И вот мы уже в историческом центре Минска у ратуши на вечернем концерте. Начальник художественный руководитель, главный дирижер, подполковник Дмитрий Наумович. Светло-русые, и назвал тебя любимая, любимая, Белоруссия.
Я придумал, думал, думал, я выдумал твои волосы светло-русые и назвал тебя любимая, любимая.